Владимир Юдин о мастер-классе по плаванию в новом бассейне узнала от дочери. На тренировку пришел вместе с семьей. Признается, всю жизнь занимается спортом. В новом бассейне оказался впервые и уже с нетерпением ждет, когда спортивный объект начнет работу в полную силу. С работы пораньше убежал. Ждем, скорее бы, сразу возьму абонемент. И я, и жена. Это красота, когда бассейн рядом. Плавание важно, плавание полезно, плавание замечательно в любом возрасте. Мастер-класс мне позвал брат, он здесь тоже сейчас присутствует. Естественно, не смогла отказаться от такого шанса. Я обязательно пришла. Бассейн шикарный, просто все на высшем уровне, все новое. Очень, конечно, приятно. Это уже второй мастер-класс по плаванию в новом бассейне. Его провела тренер сборной Самарской области по плаванию Татьяна Климентова. Участникам мероприятия она рассказала о четырех основных техниках плавания и провела тренировку в воде. Первый мастер-класс для жителей района провел воспитанник Татьяны, мастер спорта международного класса Александр Кудашев. Спортивный объект и сегодня откроет двери для всех желающих поучаствовать в мастер-классе «Здоровая спина». Тренировка пройдет в новом спортивном зале, который также совсем скоро начнет свою работу. И вот эту серию мы продолжаем для того, чтобы отладить все механизмы работы объекта. Напомним, что пока в бассейне тренируются только воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 8. Но совсем скоро он откроет свои двери для всех жителей. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.